Здравствуйте! Кто смотрел мою посылку из Китая, помните, что я получила вот такую расчесочку электрическую. Вот, она уже нагрелась до 210 градусов. Вы можете поставить 180, 160, сколько хотите. Я решила на 210 поставить. А предварительно я в ванной нанесла такую термозащиту, Тафт. Вы возьмите любую, какая у вас есть, просто чтобы волосы защитить. Очень удобно распрыскивающийся. Но у меня такой нет. У меня вот с термозащитой только одно средство. Вот это от Тафт. Любое, какое вы любите. Вот, сейчас мы их разделим. Немножечко, чтобы не мешалось. И как обычной расческой вы расчесываете, да, волосы. Тихонечко, не торопитесь. Если вы считаете, что вам температура не подходит, делайте поменьше. Все зависит от ваших волос. Наша задача их по возможности вытянуть. Сейчас я эту много взяла. Меньше. Ну, считается, что такие расчески менее травматичные, скажем так, для волос, чем утюжки. Мне уже нравится. У нас они дороже стоят. Знаете, как я узнала про эту... Вот видите, я случайно нажала на выключение. Сейчас, секундочку. Будьте внимательны. Здесь очень в этом плане можно нажать. Сейчас она поднимется. В общем, у нас они стоят дороже, конечно. Вот, я не узнала через Инстаграм в рекламу. Рекламу увидела, что покупаете электрические расчески. Думаю, а что это такое? Перешла на их сайт. И что-то там цена мне не очень понравилась. Я выделила название. Нашла ее на Алиэкспрессе. По-моему, за 1200 рублей. У нас они и за 3 продаются. Даже за 4 один раз видела. То есть, ну... Но единственное, что, конечно, надо будет подождать. То есть, или вы здесь купите, грубо говоря, там за 3000, но вы получите ее там через 2 дня. Или вам придется подождать. Я ждала где-то... Ну, месяц точно, наверное, ждала. Главное, сзади мне получше надо чесать, чтобы точно было все ровненько. И вы знаете, мне кажется, вот такой способ намного лучше, чем когда ты феном вот этой вот расческа, фен, вот это вот тянешь, выдергиваешь эти волосы. Особенно я люблю вытягивать волосы, да, парикмахерской, когда бываю. Вот мне потом так, потом голова болит. Что мне кажется, она их до бесконечности вот так вот их делает. Это парикмахер. Вот. В общем, что-то мне кажется, вот так вот это более щадящий вариант. Вот. То есть, если вы торопитесь, да, вы можете по-быстренькому его причесать. Я так уже делала. Я это собиралась в гости, мне некогда было вот это. Мне надо было по-быстренькому. Знаете, тоже неплохо. Видно, что волосы такие уже, как ухоженно выглядят. То есть не обязательно долго это сидеть. Я читала в интернете, как девчонки, например, делают. Вот, например, вот они укладываются, да, куда-то им надо. А на следующий день... У них, как бы, понимаете, все равно волосы уже выпрямлены.
И они на следующий день просто с утреца чуть-чуть там минутку пройдутся расческой, и у них отличная укладочка. Прямые волосы. Вот. То есть, например, завтра я собираюсь с дочками в кино на мультик. Ну, я быстренько так пройдусь разочек по волосам, и все. Сегодня более тщательно, а завтра по-быстренькому. Жалко, что у меня ее раньше не было. Я очень люблю выпрямлять волосы, но утюжком как-то мне не очень нравится, мне не получается нормально утюжком это сделать. Если бы они у меня, допустим, были короткие, может быть, утюжком и нормально. Но длинным волосы, ребята, сами понимаете, что у кого длинные волосы, меня поймут. Массажной расческой намного удобнее это все делается, правильно? По-любому. Чем утюжком. Смотрите, уже классно. Мне уже нравится. Не пропускайте затылочек. Просто у меня длинные волосы. Мне надо более тщательно. Смотрите, как уже хорошо. Мне нравится. Уже неплохо. О, классно. Да. Здесь даже много отхватил волос. Видите, здесь ничего сложного. Просто нужно их медленно расчесывать. Сейчас я пройдусь по всем волосам. Видите, такая широкая массажная расческа, что вы можете брать прям много волос. Смотрите, как классно. Я считаю, экономия на парикмахерских, потому что сейчас, конечно, такие цены дерут за эти укладки. И чем длиннее волосы, тем дороже.
укладочка стоит. Следите за тем, чтобы не... Вот видите, я опять нажала, и она начинает выключаться. Задеваю случайно кнопочкой. Классно, конечно. Шикарная вещь. Я счастлива, что купила эту расческу, ребят. Честно. Единственное тут минус, что я все время задеваю эту кнопку. Им надо было как-то в другом месте ее сделать. Хочу затылочек получше пройтись. Потому что сзади мне не видно, выпрямилась там или нет. Затылок хорошо проходитесь, потому что вам не видно, вытянулся там или нет волосы. Красиво, когда они сзади тоже прямые. Вот и все. Смотрите, ушло, наверное, минут сколько у нас? 10? Я даже не засекала. Даже меньше. По-моему, супер. Просто супер. Смотрите, как красиво. Не выходя из дома. По-моему, классно. Прям как это восточная женщина. У них волосы прямые, так красиво. Вот и все. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч, пока!